Это были «Перспективы». А сегодня в Алматы прощались с велозаездами. Сотни горожан и гостей мегаполиса вышли на пробег, чтобы закрыть сезон. Они прокатились по улицам Алматы. Вместе с ними выехал и наш корреспондент Бакыджан Нурпейсов. Утром на площади Республики начался сбор участников. К 8 часам несколько сотен велолюбителей образовали внушительную колонну. Заключительный старт вновь объединил алматинцев. Сам, для чего приехал сегодня? Покататься. С друзьями пообщаться. У меня не было таких результатов, если бы не было тренировок. Там часто проводятся велопробеги. Это считается как тренировки нам. Ты накачиваешь мышцы, потом будешь сильным. И это за здоровый образ жизни. И набираешь опыта. По традиции сигнал прозвучал в 8:30. Дружно с задором велосипедисты отправились вверх по улице Желтарсана. Около бизнес-центра Нурлутау пелотон свернул направо по проспекту Аль-Фараби. И дальше велоколонна рванула по знакомому маршруту. Через полчаса заезд финишировал около парка первого президента. Уважаемые алматинцы, мы сегодня завершаем наши велопробеги. Но посмотрим, если такая погода будет, почему еще не организовать. Всего в этих пробегах приняло участие 54 тысячи участников. Это очень хороший показатель. В следующем году надо эту цифру 2-3 раза нам перекрыть, я думаю. Есть уже мысли, как это сделать. Будем осуществлять их. В период с мая по октябрь в Алматы финишировало 11 велопробегов. В этом году серия массовых стартов была особенной. Каждый заезд проходил по новому маршруту, а несколько раз велолюбители катались по ночному городу. Кроме этого, наш город принял вторую профессиональную велогонку «Тур Алматы», а перед этим трассу опробовали участники первого соревнования среди любителей. Теперь алматинцы с нетерпением ждут весны, когда и откроется очередной сезон велосипедных прогулок. Бахыджан Нурпейисов, Асет Кундакпаев, телеканал «Алматы».